Итак, прошу обратить внимание на то, что я еще пока не ношу плитку. То бишь кусочек пазла. Здесь мост, ресурсов не хватает. Тут не хватает 3 сыра. О, хватило. Так, а где ж? Где ж у меня плитка? А? Что я не вижу? Вот она. Нашел. Так, 1, 2, 3, да? Что такое? Тут вроде головы появляются, оно пишет: нет свободного работника. Так, один кристалл разобьем. О, пошел разбивать. Разбил. Это хорошо. И пазлик я нашел под конец игры. Взять меч. Ну ясно, это ж надо тот, который сила забрала.
у Геракла меч. Так, используйте рог изобилия. Ну, вот я сразу найду кусочек пазла. А что если я не буду? Не знаю, что я не буду использовать. По максимуму буду использовать. Вот это, чтоб открылось, надо бревен. Бревен 10 штук.
Настало время им мегали поработать. Болить. Двойной бонус. Использовали два бонуса одновременно. Бонус продлен до его истечения. Ух ты. Ладно. Спасательная миссия. Задача. Спасти Медузу. Так, посвятите Гефесту обелиск. Вот он. Медуза, вот она. Так, и работники начнут работать быстрее. Это все понятно. А вот и кусочек пазла. Начнем с него. Так, сюда надо. Так, это Мегара польет. Дальше. Не хватает сыра, чтобы тут начать работать. Есть. Теперь, чтобы тут начать работать, не хватает 5 чего? Дров, что ли? Наверное.
хватает. Чего там не хватает? Одного сыра. Опять 6 дров, 6 сыров. Ладно. Будем двигаться к памятнику Деметрия. Так, ну что ж, раз, два, три. Тут надо 5 сыров, да? Thank you.
передвигаем задачи. Передвигаем. Отлично. Задача превратить Сциллу в камень, используя силу медузы вместе с линзой, чтобы превратить силу Сциллу, Господи. Вот она Сцилла, ее надо в камень. А где медуза? Вот тут она сидит, это ее логово. Понятно. А где же у меня кусочек пазла? А? Ну-ка, ищем. Ну, пока я не вижу этого пазла. Ну, ладно, может... Попадется по ходу. Вот он. Сразу и попался. Принципиально, пока не буду пользоваться бонусами. Посмотрим, что с этого получится. Так, что тут надо? Не хватает трех сыров. А вот тут надо укрупнить дом, чтобы три работника появились.
О, тут не хватает 8 дров. Это что, надо лесопилку? Пожалуй. Вот тут лесопилка. Ну или лесорубка. Теперь тут надо, чтоб золото было. Но... Не хватает, уже хватает. Не хватает 9 бревен и сыр. Для того, чтобы понятно, чтобы появилась медуза, надо вот здесь сначала дыру к этой линзе освободить. Не хватает ресурсов. Сейчас хватит. Вот. А как только дорога будет освобождена, тут же появится логово медуз. Да? Нет.
Нет, здесь по-другому. Как только... хватит для линзы, тут же медуза выскочит из логова и сила вот окаменеет. Правильно. Часть 2. Орепродукты. Медным шлемом снабженный отправляется слуга на разведку. Макушкой блестя, он опускается вглубь осторожно. Дверь замечает в скальной стене. Приналег, поддается. Найден способ проникнуть в логово гнусной Харибды. Так, ну, добрались с горем пополам до второй части, которая называется «Морепродукты».